преддверии главного женского праздника в Доме художника открылась выставка под названием «Ах, какая женщина». Она проходит уже не первый год, однако если раньше в экспозиции были представлены картины исключительно прекрасной половины художественной элиты нашего края, то в этом году организаторы выставки сделали некое послабление. Мы пригласили мужчин, но только при условии, что их произведения будут посвящены женщинам. Поэтому вы видите здесь очень много женских портретов, прекрасных женских портретов и в графике, и в живописи, и в декоративно-прикладном искусстве. В этом году на выставку заглянул даже гость из-за границы. Слободан Николич приехал из Сербии, где является председателем русско-сербского общества и уже давно сотрудничает с нашими художниками. Более того, в Сербии существует проект под названием «Сербия глазами русских художников», в котором принимают участие и ивановские живописцы. Мы вообще всегда увлекаемся русской культурой, русским творчеством, и нам очень нравятся русские художники. И видно, что высокий уровень работ, которые сейчас сделаны на этой выставке, которая посвящена празднику женщин. В экспозиции выставки представлены работы как авторитетных художников, так и тех, кто еще только встал на творческий путь. Ксения Новикова пишет свои картины в стиле конструктивизм, а своими вдохновительницами она выбрала родоначальниц минимализма в графике текстильной промышленности Ивановской области Степанову и Попову. Меня вдохновили вот эти две прекрасные женщины, потому что они перевернули мир своим творчеством, своими идеями. Они дали очень много нового для русского дизайна. Я просто восхищена ими, горжусь и хотела это все показать в своих работах. Полотна с изображением женских образов будут выставлены в Малом зале Доме художника на протяжении целого месяца. Каждый сможет прийти и насладиться как красотой и грацией женщин на картинах, так и мастерством и творческим гением женщин, их написавших. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.